Давай отсюда заедем, сверху. Что? Сейчас вверх поедем. Ветер в лицо, прям сильный, порывистый. Но не по правилам мы едем, потому что я еще с вилок. Там есть где-то тропинка должна быть. Давай сюда свернем. Ой, это ужас будет. Да. Сейчас держись, доченька, будет шатать. Ой. И так все время будет, пока не доедем. Да. Смотрим, что у нас. Мальные тропинки. Кстати, здесь кто-то ходил недавно. Следы и детские, и взрослые. Я так тащу без мотора. Давай попробуем по беспределу. Смотри, справа вон лес мертвый, сгоревший в том году. Ой, тяжело. Даже на моторе. Ой. Удержал. Страшно было? А мне было страшно. Видишь, здесь лес сгорел. Погнали. Не спеша, аккуратно. По пескам. Ай-яй-яй. Песок прям глубокий, проваливаешься, болтает. Ух ты ж, это меня развернуло. Блин. Черт. Здесь мы брали и вишню. О. Когда-то. Ух. Но говорят, более в этом году менее. Урожая здесь не было. Видимо, из-за пожаров. Из-за песка у меня руль выходит в бок. И поэтому я туда. Ты что там прилег? Это не я! Это велосипед решил прилежаться. Отдохнуть? От полежаться. Такого чудного хозяина. Че? Поехали. Мы сейчас уже свернем. Ветка. Да, я чуть-чуть не... Фух. Хорошо, я вовремя остановился. Сильно ездил. Да, зелень, в принципе, много. Я думал, после пожара здесь вообще будет ужас. Здесь где-то проход должен был быть на тропу. Прохода не видишь на тропу? Не. Мы в правильном месте хотя бы свернули. Да. Чего ты? Что ты, пап? Так, давай пролезем.
Очень аккуратно. Тёма, поднимись на бугор, глянь, где она. Чё? Тут нету? Не, не вижу. Всё заросло кустами. Папа. Ну? Чё? А там ничего не может быть? Блин, ну ты там стоишь, сынок. Сейчас я пойду посмотрю. Я нашел дорожку, похоже. Ну, давай по ней тогда. Вот туда надо ехать. Надо только приблизительно. Не точно. Да, похоже на нее. Чё? Мы так отдалились сильно. Фух. А нету тут дорожки, сынок. И что делать? Делать дорожку. Что? Строить дорожки? Фу. Заплутали немножко. Что нам делать? Сейчас мы откроем смартфон и посмотрим. Мне кажется, что она где-то там. Справа. Мне кажется, она левее. Мне кажется, справа. Правее. Че, не соображает? Соображает, вон там она. А мне казалось, там. Не в ту сторону ты нас повел. Доченька, давай. Нам... Чтобы безопасно было, ты слезешь и пешочком пройдешь. Разворачивать? Или? Просто смотрим, где тут пройти лучше. Ну... Блин, здесь прям деревья сильно навалены. Угу. Не планировал это на такой поход. Доча, подожди. Давай, Тёмик, назад. Надо было сразу карту открыть, да, Лян? Ага. Давай, может, сюда, Тём? Чё? Сюда давай. Ща. Осторожно, колючки. Выжженная земля. Опять колючки. Давай пойдем. Полные ботинки уже песка с колючками. Ну чё? Ага. И к той дорожке нам привело. Все, я сориентировался.
Вот она, эта дорожка, сынок. В смысле? В прямом. Угадываю вот это вот место. Да, это я помню. По ней тут трактором прошлись. Капец. Ага. Если ехать, то самая большая вероятность упадем. Если идти, это очень долго. Ну а куда деваться? Песок такой мягкий, велосипед проваливается. Да. Я смотрю на твои, когда ты наступаешь, пап, у тебя прям ботинок уходит. Да. А здесь кто-то тоже на велосипеде катался, вот он след. Так, ладно, раз Ники нет, то я чуть-чуть побеспределю. Давай, Ник, иди, иди. Прям проваливается. Ты не беги, Ник. Просто идем. А то, если бежать, можно заблудиться. Прям так, как мы вначале. Не говори, вот это приключение. Давай ты посадишь Нику. Да. И поедем сбоку. Полпути прав. Давай быстрее сюда. Жарко, дочь? Нет, я устала бегать. Ну, видишь, люди взяли тут и испортили дорожку. Пропахали. Ну-ка, посмотри на меня. Резька. Ну, пробуем. Конечно, веса много сейчас будет. Буду проваливаться. Ничка, нормально руки. Сделай, не по бокам. Так. Тут все заросло. Я вижу. Здесь тропинка была. Да, вот, вперед, пап. Впереди. Да я понимаю, но... Заросло все. Нереально. Казалось бы, да? Так. Так, аккуратно. Веточки с колючками. Зараза. Ой. Так, аккуратно, не трогаем их подальше. Ой, блин. Давай, пролазь, сынок. Я чуть не упал. Не ты, а велосипед. Все, тут тропы уже не осталось. Ее даже не видно практически. Вообще, так заросло, капец. Значит, все-таки люди ходили по ней. Че? Значит, раньше все-таки люди ходили тут. Ага. Теперь тут вообще, похоже, никто не ходит. И здесь самое сложное. Полно упавших деревьев. Блин. Да. Это ужас. Никочка? Раньше мы вот так вот обходили, но тут еще упало. Сейчас везде лежат. Да.
Главное, чтобы на нас ничего не упало. Дерево прям подозрительно. Давай, стоим, стоим. Так, а мы с тобою сейчас как-то должны это все пролететь. Ну, можем перетащить их через эти. Ванечкой видим. Первый прошел. Ух ты ж. Ну вот и преодолели. Бери. Фонарик поправь. Доченька, садимся. А ведь мы здесь были в апреле этого года. И все нормально было. Фонарик я как-то, похоже, не поправлю, потому что он разболтался. Что-то там крепление, да? Сейчас пристегну. Ну что, куда теперь? Сейчас попьет. И через больницу, наверное, домой поедем. Немного жарко, устал. Жарко. Фонарик, не знаю, сними. Ну ладно, оставь, следи, чтобы не потерял. Да. Все, поехали. Тут какашками воняет. Люди гадят тут. Все, можно забыть про эту тропу. Че? Можно забыть про эту тропу. Ее больше нет. Давай через больницу прокатимся. Так, смотрим, если дядя Петя гуляет, тогда с ним посидим. Но Пети нету. Здесь теперь будет почти новая больница. О, как разбомбили. Вот это да. Порожки делают. О, вот эти штуки. Да, смотри, внизу пустота. Да, дочь. Ну, выкини. Эх, стулья тут. Чё ты? А, то, что у папы в ботинке палка, да? Ничего, папе удобно. Рулоны. С линолеумом. Давай сюда. Мусора сколько. Пластиковые окна везде. Решетки. Во всех окнах пластиковые. Да, в этом году здесь, видишь, фонтанчик не запустили. Ага. Жалко. Тютина, что ли? Не, вишня попадала и засохла. Вот это бабочек разлеталось. Ну, они там едят ее. Тютину? Вишню. Это вишня высохшая. А то на земле валялась и похоже было на тютину. Ну что, Тём, домой или по той стороне еще попробуем вверх подняться? Давай домой. А я насчет дома. Эх,
Ох, дорога тут убитая тоже стала. Ух, как быстро скорость. Так тормоза откажут и все, да, Тёмик? С горки едем вообще так быстро. А вот тут уже Тютина. После того песка это не песок. Ага. Едем. На улице пусто, жара, видимо, всех пугает, кроме нас. Вот мы и приехали домой. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал, Дзен-канал, Telegram-канал. Пишите комментарии. Ну и всем пока-пока, говори. Пока-пока. Ник, скажи пока-пока. Она слишком устала. Понятно. Всем пока!